только справочку получите, можно сразу же приходить к нам. Нужна только справка от педиатра. В оздоровительном центре «Буль-Буль» могут научить навыкам плавания любого малыша от месяца до полутора лет. Все занятия комплексные, а именно массаж, гимнастика, аквагимнастика и упражнения на фитболе. Также они оздоровительные. Это позволяет ребенку гармонично развиваться и укреплять организм. Например, снизить гипертонус мышц и повысить подвижность суставов. Мы подготавливаем мышцы и суставы малыша к занятиям в воде. То есть мы укрепляем мышцы для того, чтобы максимально полезное было занятие. У каждого ребенка индивидуальная ванна. Температура воды не выше 35 градусов. Специалисты говорят, такая оптимальна не только для активных упражнений в воде. Она также способствует закаливанию организма малыша. У нас современная очистка воды, что позволяет очищать воду до питьевой, так как нас малыши в нашем центре ныряют. Центру полтора года. За это время его посетителями стали 550 малышей. Нам очень нравится. Айлин никогда не плакала на занятиях. Всегда потом очень хорошо спит после занятий. Ребенок доволен. Он полюбил воду именно здесь, потому что раньше боялся. Он даже дома ванну мы набирали, ему было страшно. А сейчас он любит воду. Радуем остальных детишек, которые к нам приходят. И я сегодня счастлива поделиться с вами то, что я действительно вижу результат, динамику, и я слышу положительные отзывы от мамочек. Это не может не радовать, и это стимул двигаться дальше. Ознакомился с работой глава района Тимур Нагуманов. Обсудили возможность расширения, чтобы здесь смогли заниматься дети старше полутора лет. Посмотреть варианты и, может быть, пока там начать. То есть, допустим, начинать здесь, потом дальше куда переходить к детям. Центр открыт каждый день с 10 утра. По будням он работает до 8 часов вечера, по выходным до 6. По всем вопросам можно звонить по номеру 8-927-454-5304. Лиса Навзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.